Привет подписчикам канала, зрителям. Сейчас что делаю? Из-за морозов сильных получается на антенне, которая у нас на 90 МГц 3 квадрата, один из элементов лопнул алюминиевой проволокой. Пришлось это все дело паять. Сейчас запаял, восстановлю, обратно поставлю. Вот. Осваиваю потихоньку работу с феном. Ремонты и прочее. Вот. В общем, планов много. Дай бог они осуществятся. Погодка стала чуть получше. Вроде тут как-то так посимпатично, потому что то снег шел, то еще что-то. Вот. Антенны, кстати, ветрами мне поломала антенна на КВ. Дельта на 40-ку. Сейчас у меня запутано в деревьях. Ну, жду тепла. Так как я больше УКВшник. Вот. Ну и штырь тоже погнуло. Из-за того, что я переоценил возможности пластика. Вот. Ну а так все нормально. Так что всем привет, ребята. Из разных стран. Удачки вам. Лайкайте, дизлайкайте. И всего наикращего. Всем три.